Снова я остался один. Несмотря на зеленку, времени у нас мало. Так что пришлось разделиться. Конечно, идя сюда, мы ничего не знали о карте, за которой отправился отец Кирилла. Но простим ли мы себе, если даже добыв спасение для Ани, упустим такой шанс найти будущее для нас всех? Конечно, нет. Именно поэтому я снова один в туннелях. Но жаловаться грех. Мне не привыкать.
Артём, это Кирилл. Артём, ответьте. Идём. Артём, если вы меня слышите, полковник передал, что карта у него. И что он едет, и что он едет. Вам надо торопиться. Потом он выходил на связь еще раз, но... Артём! Thank you.
я как в себя не приду.
живые, похоже, потому и ушел. Здоровые, силища, сами тяжелые. Но как подорвутся, ого! Картечь не взяла, даже не почесалась, скотина. Может, просто не хватило? Это ж двустволка. Оно бежит, разве ты не зарядишься? Так и бросил в коридор. Оно загремело, а скотина эта туда. Пока разворачивалась, по лестнице сыпался. Флягу кинул, потом противогаз пришлось. И тут оно отстало. Я думаю, что такое? А там окна выбиты, и ветром снега как задуло. Силёнки нет. Ребятам бы рассказать, но теперь точно не найти. Может, запись хоть? В глазах темнеет, но все похоже. Бывайте, парни!
Я больше не могу! Ты ничего не нашел, милый? Ничего. Я знаю, ты старался. Я жду тебя. Хочу, чтобы ты был рядом, когда... Прости!
Артём, держись. Держись, сынок. Сейчас, сейчас. Держись. Сейчас полегчает. Ты нашел. Нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артём! Живой! Живой! Я думала, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Машину водите? Ура! Едем дальше! Он нашел карту! Сказал, что папа – герой, и что он всех нас спас. Когда обратно шли, на нас мутанты напали, но он их всех одиночными. Бац! Бац! Там черви глубоко. Он меня на плечах принес. Столько машин! Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Проснись!
Вставай скорей! Уже близко! Осторожней с ним. Как он еще жив до сих пор? Артем, слышишь меня? Поаккуратнее, ребята. Облучился он капитально. А тело полковника даже замерять не получается. Дозиметр шкалит сразу. Держись, Тёма. Мы тебя вытянем. Как же они так? Что делать? Руководи! Срочно, сколько можно? С такой дозой? Значит, переливание. Спасет? Он подольше тогда продержится, насколько крови хватит. Группа крови. Четвертая плюс. Ему любая подойдет, все, кто может. Сюда всех. Не засыпай, Артем! Нельзя сейчас спать! Ну, здравствуй, Артем. Пойдем подышим, а? Надоело под землей торчать. Все, Степ, нельзя больше. Смотри, очнулся он! Слышишь, Артем? Не вздумай нам тут помирать, ясно? Не вздумай! Тебе жить и жить еще, детей растить! Борис, слышишь? Борис! Ну, чего встал? Ты же всегда наверх хотел. Еще на ботанический полез тогда. А тут как раз есть на что взглянуть. Это не твой пункт назначения, Артем. Ты не доехал еще, слышишь? Рано выходить. Это тупик какой-то, а не конечная. Слышишь? Дай-ка руку. О, горячий какой. Ну, может, теперь похладнокровней от моей-то стариковской крови. Идем. Идем. Так, дружище, пора залить в твой бак новую порцию крови. Ничего, скоро ты у нас будешь бегать как новенький, или я съем свою треуголку. Знаешь, я дома, в семье. Я больше не чужак. Это ты объединяешь нас, Артём. И ты должен выжить ради всех нас. Ну что, поднимемся? Слышишь, Артём? У тебя жена, вам детей заводить надо. А меня моя в Москве ждет. Нам еще все метро надо на уши поставить. Так что не вздумай в этой жопе мира подыхать. Смотри, Артём, Байкал как на ладони.
настоящую жизнь верится, не то что у нас в метро. Возня крысиная. В общем, Артём, ты был прав. Прав был, что оттуда хотел нас вытащить сюда. А я дурак старый. Просто боялся, понимаешь? Жизни боялся, выходит. О, смотри, улыбается. Во сне улыбается. Кажется, говорит что-то. У него жар, под 42, бредит. За этот мир не жалко все отдать, Артём. Ты всегда был готов к этому. А я нет. Цеплялся за должность, регалии свои крысиные, да. Прости меня за то, что с Аней так, что обвинял тебя во всем, прости. Не накрутил бы я вас всех с оккупантами этими так, она бы и в подвал тот не свалилась. Артём, умоляю тебя, только не умирай. Останься со мной. Мне без тебя и жизнь не нужна. Слышишь? Посмотри на меня, Артём. Посмотри. Да, по поводу Ани. Ты, Артём, должен за ней приглядеть, раз уж я теперь не могу. Океан там не океан, просто будь рядом. Выгнала я ее. Еле на ногах стоит, а сама уже всю кровь готова ему отдать. Слава богу, лекарство помогло. Чудо настоящее. Дочка у меня есть, но я еще о сыне всегда мечтал. Чтобы такой был упрямый, как я, как ты. Хорошее место какое, чистое. Я его для себя присмотрел. Хочу тут лежать. Организуешь? Ну и главное, Артём, мое время кончилось. Дальше давай ты. Впрягайся, веди их. Помни только, я Спарту создавал, чтобы людей сберечь. Всех людей, Артём. Помни, потому что я об этом забыл как-то. Ну все, командир. Хватит дрыхнуть. Труба зовет. Подъем, сынок. Жар спадает. Кажется, ему получше. Теперь отдых нужен. И тебе, Анечка. Дай бог выберется. Дай бог. Мы нашли место из моего сна. Холм на берегу Байкала, куда меня привел мельник. Чистое место, как он и говорил. И нетронутая природа вокруг. Мы обрели дом. Дом у подножья сопок, на берегу озера. Дом, где мы можем растить детей. Детей, которые родятся не в сырых туннелях, а под чистым небом и ярким солнцем. Дамы и мужики! Как старший по рангу офицер, выдвигаю командира ордена Артёма! Кто за? Единогласно! Ну что, товарищ командир, какие будут приказания? Я бы скомандовал по домам. Только этот дом слишком велик для нас. Знаете, полковник сказал мне однажды, что создал орден, чтобы спасти людей. Всех людей. Значит, нам пора исполнять долг.
Война была. Это мы заметили.